Ну давай. Блин. Блин, да как так-то? Почему так? Да ё-моё! Почему меня бок-то откинуло ни с того ни с сего? Блин, как вот от этой хрени уходить, я вообще не понимаю. Ну да, ты, блядь, вовремя все делаешь. Заразы. Блять, не отключись, сука. Да ты кончишь травить свою хрень. А чё она бесконечно ее будет травить теперь? Ебать. Thank you.
Патроны кончились? Да ладно, серьезно? Блин, да не этот пулемет. Давай, 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 стреляй, блядь. Блин! Блин, зараза! Да чё с патронами ты опять, ё-моё? Чё с патронами? Кончились патроны, ёптать! Блин. Давай быстрее. Блять, нет, пожалуйста, 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 нет, пожалуйста, нет. Можешь быстрее это делать, пидор. Где они? Да вы, блядь, серьезно, нахуй? А, подожди. Она неуязвимая стала? Серьезно? Подожди, это какая неуязвимая это стала? И кого стрелять, интересно? Бля, мне пиздец.
Блин, ну и что я могу сделать в этой ситуации? Вы же понимаете, что я ни хрена не успеваю, да? Надеюсь. Блин, лечись, сука! Блин, зараза! Че, у меня вообще патронов нет, да? Так, где она? Хрена не вижу, где чё. Сдохло, нет. Дайте еще красоты. Че, у меня вот таких-то нету? Блин. Блин. Как все не вовремя кончается, а? Понятно. Опять, короче. Ну я же взял. Видимо, нет. Ладно. Блин, много я навоюю тут с этими. Лечись. Да ты задрала прыгать. Я, наверное, зря. На, блин.
А знаешь что, тетя? Тебе пизда, блять. Фу, да какой еще раз, с ума сошли, что ли? 10 минут напряженной бойни. И так, что дали? Оружие новое какое-то. Кулак Годзу. Шанс кровавого убийства 100%. Урон 50%, если оставаться на месте, враги не могут блокировать атаки. Нормально. Ну, хрен он знает. Бать, как долго набирается. И чего в нем такого удивительного, интересного в кулаке? Еще раз почитаю. Шанс кровавого убийства. Что это значит? Хрен его знает. Урон 50%, если оставаться на месте. Ну, плюс 50%, да. Ну... Ну, в общем, не знаю, я, друзья дорогие, я за патронами пошел. Чего у тебя еще есть? Майор Флетчер. Майор Флетчер, это чё? Это обрез, а это чё? Это пистолет. Обрез. Если в две руки взять, наверное, прикольно будет. 16 размер обоймы. Ладно. Так, как его? Nothing like a fresh clip. А, в натуре 16. Не, подожди. Размер обоймы, блядь, 16 написано было, ёптать. Размер обоймы 16. Че, не понял? Использование боеприпасов 4. А, то есть он 4 выстрела делает. А, вон вы чё. А ну-ка, дружочек, дай-ка я тебя в две руки возьму. Ну-ка. Или ты, или не разрешат нифига, наверное. Так, нет, не здесь. Залп. Что такое залп? Залп сразу из нескольких стволов. What?
Что это значит? Не пойму. А-а-а. Вон оно чё. Что? Я никогда не понял. Коэффициент промаков, скорострельность, минус 50. Что? Ладно, я, короче, разберусь с этим, потом буду разбираться дальше. В общем, этих двух куриц победили, и то хорошо. На этом пока-пока.